Как долго? До скольки? Ну что, вот здесь пикет тоже потихонечку сворачивается на Маломосковскую улицу, да? Здесь идет достаточно активно. Смотрите в предыдущей части трансляции, вы увидите все пикеты, которые прошли сегодня в Петербурге, на Невском проспекте, в различных точках. И подготовка к этим пикетам, активная очень подготовка на Марсовом поле. Там люди... Опа, улетит, ребята! Все улетело. И подготовка, которая проходила на Марсовом поле, где люди изготавливали плакаты, писали письма политзаключенным. Пели песни, исполняли стихи. Значит, смотрите предыдущие все части трансляции, там вы видите весь протест в Петербурге, сегодня поддержка политзаключенных. На этом трансляция из Петербурга заканчивается. До свидания, всего доброго.